Всем привет, привет, привет. С вами ваш любимый сынуля, красотуля. Я продолжаю оккультуриваться. Я приехал в Архангельскую усадьбу. Сейчас посмотрим здесь красоты, какие здесь имеются. Я когда приехал, сразу свежий сосновый березовый воздух. Куча-куча сторожей, охранников не хотели пускать сынульку, заглядывали в фотоаппарат. Ну, нормально, не увезу я в Хакасию ничего. Сторожей вот так. Да. Ладно, чтобы культурное наследие не растащили, не утащили. По картам я смотрел, так и ничего не понял. Я понял, что здесь есть кафешка слева на территории, а там храм Михаила есть. Ладно, будем смотреть, что здесь. По газонам не ходить. Специальная тропинка высажена цветы. Сейчас крупным планом возьму. Пойду смотреть. Пока. Здесь, видите, от Москвы он, вот вообще от Москвы он находится в километрах 40. То есть, ну, не так далеко. Называется Красногорский поселок наподобие. Идет. Ну, земля здесь, если покупать, земля здесь очень дорогая. Я вот так вот глянул, да, здесь не кисло так все стоит. Там недалеко вертолетная площадка, а яхт-клуб я проезжал, смотрел. Там олигархи летают над этим. А влево уходит Рублевская, вот Рублева, совсем вот здесь недалеко. Ладно. Розы. Здесь даже написано розы какие. Страна, год. Ну, не знаю, с этого времени. Что дошло до нашего, что не дошло. Много роз. Много различных роз. Розы. Розовые розы. Здесь хоть фотография есть, что именно растут, какого цвета кустарники, ну вот эти все. Страна, год происхождения. Здесь, по большому счету, я читал, здесь был какой-то не князь, а богатый-богатый деятель. Потом он, короче, продал эту усадьбу, строился, короче, хапал. Потом провинился при государем, ну что-то такое наподобие. Взял, залез в долги и продал эту усадьбу. То есть вот эти вот строил денег. Ну это как раньше в 90-х годах. Потом перепродавалась эта усадьба архангельская другим таким же чиновникам, богатым людям. И в итоге в наше время стало объектом культурного наследия. Вот так вот, видите. Розы. Вон даже есть высота розы Бурбонская. Ля Рен Виктория. Бурбонская роза. Ля Рен. О, я. Ля Рен. Ладно, что мы. То я буду на одном месте стоять неделю. Здесь надо обойти еще. Так, ну что тогда? Давайте я вам так скажу. Усадьба Архангельская, она по идее известна по письменам, источникам со времен Ивана Грозного. В течение 300 лет владельцами являлись князья Адаевские, Голицыны, по-моему, и Юсуповы. На рубеже 18 века, короче, как-то так строилось богатеями. Ладно, я просто гулять пока
народу нет, и все равно сюда едут люди. О, какой босой, босой цветок. А, какая там красота цветочная. Ну и пока никого нету, сынка, граф или чело своими ножками ступает. Колонны какие. Так. Какие колонны? Что тут ходить-то можно? Сейчас прибегут. Прибегут. Объект культурного наследия. Я так скажу, у кого денег было, строились. Раньше такие хоромы были, правда? А сейчас другие, чем больше этажей и прочего. И никого. Только я. Один, нет, там люди ходят. Пойдемте. Я иду, взял с собой пакет. Едем, поедим. Дымить здесь можно. Пойду я дальше по аллеям. Вот тоже оккультуризовываются люди. С чайником стоит, объясняет. Ну-ка. Объясняет. Это чайник, говорит. Раньше пили чай из чайника. Так, ладно. Идем. А так красиво, чистенько. Москвичи пока еще отдыхают. Я-то раненько поехал. Открывается вообще с 10 часов. Ну, пока без 15:10 приехал. Пока хрму. И цветы красивые. Посажены. Лето, музыка, усадьба, концерты, пляшем. Да, здесь концертная площадка. Здесь проходят банкеты, музыкальные выступления музыкантов, певцов. Там он, мангал. Жарят шашлик. Шашлик. И оперная музыка играет. Шашлик. Так, пойду он там, по центру, наверное. Так. Вкусняшки. Топ-топ-топ-топ. Сколько тебе лет-то? Много. Выдвигаемся. О, закусочные. Еда. Жаль, с собой еду взял. Ну там про еду ничего не написано. Поэтому не знаешь. В общем, все есть.
шашлыки, квас, кренделя творожные, самые вкусные, свежие. Во, пока не заняли, я сейчас сяду вот сюда, культурно, окультуриваться, к светулькам. Мост. Мостик. Красота. Красота, оранжерея цветов. Все. Поесть, сесть. Поесть, ну-ка, чистая. Ага, здесь уже все вытерли. Чистая. Пошел я в тенек, потому что там солнце светит. Здесь пока в круговую все свободно. Только единицы ходят. Красиво сделано по сравнению. Я был на нескольких усадьбах вообще в Подмосковье, в Москве. Здесь более-менее цивильно сделано все. Котлетка вкусная, помидорка, вода. И свежий воздух. Ходят отдыхающие. Пусть ходят. Вкусненько. Котлеты очень вкусные. Домашняя. По шикарному рецепту. Сочная и аппетитная. Ладно. Буду кушать дальше, потом пойдем вон туда под нос спустимся. После вкусного обеда роза зодиак. Так, ладно, пойдемте. Другие цветы, может, какие попадутся. Может, какие-нибудь другие. Вот это белые. Лувиана. Нет. Так. Под мост пойду. Там он и спуск. Тропинка. Специальная. Уже больше народу. Ой, вкусненько. Так, здесь надо осторожно спускаться. Осторожненько. Осторожненько. Так вот. Так. Мост уже явно наводил. Сделали его. Потому что вижу, он бетон армированный. Болты армированные. Все он это. И кирпич тоже это уже наводил. Цементный раствор. Новый. Недавно сделали. Мост и красота. Побывал я под мостом,
Отлично, что везде много мусорных баков, пепельниц. Отлично, уже осень наступает к нам на пятки. Но в Москве пока в это время жара. У нас дома звонила родителям. Нюшка бегает. Здоровая наша Нюшка. Нет. Так, куда идти? Сейчас посмотрю. Пойду налево. Налево. Тоже что-то строят, делают. Мини-фонтанчик. Фонтанчик. И роз много. Вообще цветов. Сад любви. О, красота. Там сзади сразу эскимо. Жральня, жрать. Кстати, люди любят ходить в таких парках. Обязательно газированные напитки, неважно какие. И что-нибудь перекусить. Это действительно на природе пока находишься. Захочешь кушать, захочешь есть. Лавочки, ну лавочки стрёмные, я скажу. Чё-то мне не нравятся они какие-то, это, уже наводил. Чё-то как коника какой-то. Стрёмный. Мороженка, ух ты. Усадьба. Ну я туда пойду, схожу. Сейчас здесь пройдемся. Ну вот лавочки. Что-то какие-то это. Стрёмноватые они. Тоже цветы. Такая красота. Эскимо, эскимо. Там, не знаю, может, мороженка с мякой. Дворцы. Кстати, держат виноград. А здесь дворец один, дворец второй. Слушайте, здесь даже как-то более так приятнее, что ли, чем на усадьбе Кускова. Не знаю. Смотрите. Стены. Дорого, богато. Красиво. Красота, дворцы. Так. Здесь тоже. Стоит все. Мне нравится. Здесь не так многолюдно, мне нравится. Хоромы. Пойду сперва вот сосновый лес. Кстати, он уже был, я думаю, скорее всего. В те времена. Он тоже был.
сосновый. Лис. Красота. Можно туда вам подняться. Там как раз ход есть. Подниматься. Чтобы князья созерцали красоту. Красиво. Я вообще в Москве, ну, в Подмосковье много вот этих княжеств, бояр, вот это всего. Античные статуи, монументы, как их? Дио? Раньше, видите, бороду любили носить. Бороды. Это забор. Сейчас я вот так возьму. Интересно. Смотрящие. Мужики. Женщин не вижу. Почему-то только мужики. Там он мини-фонтанчик. Цветы, светульки. Вот такие я не видел. Знаете, какие вот такие. Они как салатовые. Идут сразу несколько. Я так думаю, бывают здесь и уникальные попадутся. А вон там можно пофотографироваться. На фоне. Красота. Цветы. Если встать по центру, это здание выходит. Ровно сюда, к этому зданию. Красота! Я пока обойду по кругу. В общем, место здесь. Вау-вау-вау, как говорится. Но воздух свежий. По сравнению, чем в Москве, чем вот у нас. Здесь свежий воздух. Сосновый бор, березовый бор, осиновый бор. Еще растительность везде. Это надо просто видеть, увидеть все своими глазами. А так камера она до конца не передаст. Ладно, пойдемте подниматься туда, наверх.
Тоже фонтан. А, лавочка, которая сохранилась до наших дней. Специально ее оставили. И вторая тоже, чтобы не садились своими пятыми точками. Так, ну что, граф Ильичило вступает. Так, мы тебя приветствуем, сынка. Беги. Какая там ковровая дорожка? Вот такая дорожка мне лучше нравится. О, стоят и цветы. Слева, не буду показывать, мужики в неглиже. Справа мужики не в неглиже. Где красивая женщина? А, вон красивая женщина. Ну, ладно, я на них наводить не буду. Да, здесь все закрыто. Здесь закрыто. Красиво. Как? Так, а это у нас с другой стороны. Там идет ремонт. Стучат, ну, продлевает жизнь, чтобы не разваливалось. Здесь, кстати, у этих нумерация снизу. МУА 97. Видите? Такое ощущение, что это уже новодел. Это не ощущение, это и есть новодел, скорее всего. Или просто отметили культурное наследие. А здесь часть архитектурного моста осталась, такого камня. Вообще вот это все строили на возвышенности, чтобы в случае опасности видеть опасность. Сторожа охраняли поместье. Здесь, кстати, глухарь. На возвышенность. Излюбленная птица для еды. Здесь написано 1826 год. Далее текст, буржуйский текст. 30 сентября Лемпер Николас устанавливал в честь императрицы леди Мишели Шарли де Фрусь. Короче, вот это буржуйский памятник. А точнее, устанавливал буржуй. Вот так вот. Ну, я своими словами сказал, как мог. А вы красотульки в круговую поокружили. Там бегают. Все лавочки посадили. Вот видите, мы с вами пошли утром. Хорошо, что утром. Я еще успел что-то поснимать. Понаехали. Понабежали. Оккультуриваются люди. Там и памятник Екатерине. Екатерина тоже огорожена, но это вижу, там наводил, скорее всего, уже. Указатели есть.
пахнет так и хорошо, воздух тянет хороший. Екатерина, вот так вот. И наш дворник, который кропотливо убирает, молодец какой. Наводит чистоту за этими, за отдыхашками. Не хочет фокусироваться на дворнике. Фокус стал проблемный.